И в синий угол так. Иван Штырков! До этого терпел поражение от Ясуби Инамото. Во втором раунде над Фабио Мальдонадо. И теперь пора показывать себя противника. Приветствуйте, это Уральский Халк. Иван Штырко. Магомед Исмаилов. Любопытная подоплека. Коих в этом поединке до, во время и после будет достаточно. Да, это очень интересный выход на бой. Именно так сердца стучат сейчас очень большого количества болельщиков и всех любителей ММА. И мы начинаем, дамы и господа. Слушаем Александра Загорского. Штырка! Лысый хищник! You know the rules, follow my instructions, protect yourself all the time. When I say stop, you stop. Go back to your corners and good luck. Sure. AC 115, главное событие. Здорово сейчас вот так на скоке работает и... Отвечает Штырков. Очень много напряжения висит, идет вперед. Иван еще раз по корпусу. Отвечает Иван Штырков. Опять пробивает корпус. Магомед Исмаилов качает Ивана Штыркова. Прижимает сейчас к сетке Магомед Исмаилов. Вновь ровно стоит. Штырков получает с правой. Еще по голове. Колено! Вновь с правой. Классная работа Штыркова в защите. Да, уйти от профильного борца это... Не очень просто. Отлично. Еще одна неплохая двойка прилетает. Классный удар ногой по корпусу. Насколько долго бойцы смогут оставаться в поединке, быть активными. Отлично. Классное попадание. Мгновение первого раунда. О, какая неожиданная атака от Штыркова. Оказывается, он снизу в концовке первого раунда. Третий раз за сегодняшний вечер. Он выглядит достаточно эффектно, но, увы, сегодня неэффективно. Переварите тому и другому углу. Скажу лично за себя действиями в защите, в исполнении Ивана Штыркова. Он классно защищался в борьбе, чего я, честно говоря, не ожидал. Очевидно, все-таки советы в Дагестане сделали свое дело. Ну и, наконец... Все-таки Мага Исмаилов здорово в традиционной манере, вот так подбираясь на близкую дистанцию, очень много раз попал за этот раунд. Еще потенциально очень активничает Исмаилов, убирает корпус. Великолепная работа в боксе. Поджимает сет, прихватывает ногу Штырков, колено на выход. Попытка перевода состоится ли? Амплитудный бросок в исполнении Исмаилова. Вау! Уже Иван идет вперед и теснит сетки. Вновь примерно к середине раунда берут паузу. Поддавливает, ищет возможность. Смещается Исма. И здесь по корпусу. На выходе попадает Исмаилу. Бэквист. Попадание левое от Исмаилова. И опять пытается по корпусу. Левый хороший боковой от Штыркова. Правый боковой от Исмаилова. Еще одна атака. Элементы шоу. Выставляет переднюю руку, двигается вперед Иван. Middle kick отличный. Снова удар по корпусу. Уже от Штыркова поджимает и бьет апперкотами. Поединков последнего времени для Магомеда Исмаилова. Великолепная работа. Постоянно должен быть главный бой. Абсолютно точно, бескомпромиссным, интересным. Еще раз. Вот тот самый тейкдаун, который
вызвал у меня шквал эмоций. Бэквист здесь вращает Иван, и здесь неудачно мидл-кик тут же попадается на контратаку. Получается, и все, теперь остается... Очень важный момент сейчас. Ясуби Инамото давал подсказки секунданту. Плотный левый боковой. Еще раз пытается. Оу! Отвечает плотно Штырков. Складывается впечатление, как будто они запланировали эти удары. Что-то из матрицы он продемонстрировал. И теперь Исма идет вперед. Что как будто даже не слышат своих угловых. Просто бьются эти парни. Бьется по корпусу Исма. Мало. Бьет по корпусу Штырков. Ищут в себе резервы для того, чтобы разряжаться. Постреливает. Еще есть несколько хороших попаданий от Исмаилова. Отличная работа. Отлично. Очень здорово поймал. Просился этот фронт-кик под... Попытка прохода в ноги от Штыркова. Прихватывает шею Исмаилов. На разрыве клинча сейчас попытается локтем ударить Исмаилов. Добавляет справа-слева. Еще апперкот. Закачался Штырков. И отвечает сразу Иван. Хороший апперкот от Исмаилова. Правый такой. Еще один апперкот. Поднимает через переход вниз. Исмаилов классно делится. Он снова снизу. Сайд-контроль Магомед. Пытается разбивать раз от раза. Очень-очень тяжело дышит Иван. И вновь пропускает. Свежее относительно уставшего вроде бы Штыркова выглядит. Будет и продолжает биться Исмаилов. И взрывается вновь уходом обратно. Ту же технику применяет Исмаилов, опускается на колени. Добивает Исмаилов. Несколько точных попаданий. Последний мгновение. Рычи Штырков и все! Классное выступление. Оба молодцы. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем этим воинам. Завершен грандиозный 115-й.